Приветствую вас на канале Drum Master, канал, который создавался для барабанщиков, для кого барабаны неотъемлемая часть жизни. Кто-то занимается этим профессионально, кто-то развивается, обучается. Для кого-то это может просто хобби, но тем не менее каждый найдет что-то интересное для себя, я уверен. В своих видео я буду рассказывать и показывать много интересных упражнений, ритмов, делиться своими знаниями, опытом. Мы будем общаться, как заниматься, как правильно выстраивать свое занятие, чтобы оно приносило максимальный результат. Это одно из первых видео, которые я записываю. Здесь бы я хотел сыграть вам интересный ритм, который придумал я, и заполнения, которые были взяты мной из таких же YouTube каналов, сыграны другими барабанщиками, на которых я в свое время обратил внимание. И на некоторых я подписан, слежу за творчеством. Я буду оставлять ссылки, так чтобы вы могли также ознакомиться с тем материалом, который выкладывают ребята. Ну и после демонстрации мы потом подробно будем останавливаться на каждом бреке и ритме. Поехали. Хорошо, давайте разберем, что это было в медленном темпе. Ритм. На что надо обратить внимание? Открывание и закрывание хай-хета. Хай-хет надо закрывать предельно четко, чтобы не было хвостов, чтобы он звучал ц-ц-ц. Да? Первый у нас идет на 16-ю ноту звук. Второй звук, второе открытие идет на длится восьмую. Кто-то захочет играть с левой рукой на хай-хете из-под правой руки. Я, скорее всего, тоже так делал, если бы это была акустическая ударная установка, так как здесь специфика. Удар в ребро не так ярко звучит, как на реальном хай-хете. Поэтому я играю с этой стороны сюда. Вот, ну, попробуйте. Дело ваше, как удобно, так и играйте. Небольшое разнообразие идет через парадидлы. Я надеюсь, вы поняли. Какие-то будут вопросы, пишите в комментариях обязательно. Переходим к бреку. Значит, заполнение интересное, состоит из 6 ударов. 2 в руке, 2 нога, потом рука, нога по одному. То есть такой лик получается. И когда вы его раскидываете, звучит очень здорово. Вы даже иногда сами не подозреваете, как можете круто, красиво сыграть, зная просто, когда у вас отработан лик.
Да, 6 ударов, но они исполняются в 16-дольном размере. То есть у нас 16, у нас не секстоле, да. Его, конечно же, можно играть и в секстолях, но здесь он исполнен именно в 16-х, поэтому идет интересное смещение. Когда вы начнете, уже отработаете этот лик, значит, можно миксовать его через обычные двойки руки-ноги. Обязательно введите счет внутри себя, желательно вслух. Обязательно считайте, понимайте, где первая доля и сколько тактов вы сыграли. Это нужно натренировать, обязательное явление для каждого барабанщика. Вы в процессе игры уже не будете зацикливаться, у вас просто это интуитивно уже будут отсчитываться эти такты в голове, и вы будете понимать, какой такт у вас, где играть завершающий удар. Попробуйте, поэкспериментируйте, вам понравится этот лик. Следующие два брека будут в следующем видео.